Шуцком районе 32 семьи въехали в новые дома, и все это благодаря государственной поддержке многодетным и малоимущим категориям населения. Подробнее в видеоматериале. В Шуцком районе в последние годы вопросам обеспечения селян жильем придается большое значение. Если в прошлом году новое жилье получили 75 семей, то в этом уже свыше 100. В новые современные дома нынче въехали еще 32 семьи. Ключи им вручили в торжественной обстановке. Так что качество жизни селян и повышение их уровня жизни улучшается на самом деле. Мы все свидетели того, что социальная политика государства у нас реализуется на деле. Наша главная задача – это обеспечить каждого жителя района собственным жильем. Выражаю огромную благодарность всем, кто внес свой вклад в это дело. Большое спасибо местным властям нашего района, всем, кто помог мне в приобретении жилья. Иметь такой дом – это огромное счастье. Пусть множится число людей, кому достанется крыша над головой. Пусть Аллах воздаст должное за помощь и милосердие. Работа в этом направлении в целом в Шуцком районе будет продолжена и впредь. Местные власти сегодня делают все, чтобы очереди на жилье сокращались как можно быстрее. Кулеш Умурзакова, Жумахан Чекаев, Азамат Пескенов, 77 News.